Во Владивостоке демонтировали аварийный мост на улице Волжской и приступили к устройству нового. После того, как возведут мост, комплексно отремонтируют улицы Волжскую и Шуйскую. Об этом рассказали в управлении дорог. На сегодняшний день проводят работы по чистке русла реки Вторая речка, готовят площадку под установку буровой, выполнены работы по демонтажу старого аварийного моста, работает компания «Спецсу». До конца апреля будут выполнены все работы по мостовому сооружению и будет открыто движение. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет выполнен полный комплекс работ по асфальтированию улиц Волжская, Шуйская с тротуарами и наружным освещением.